взаимодействовать с профсоюзами. Это одна из наших, на самом деле, основных задач. И сегодня мы понимаем, что профсоюзы являются одной из ключевой структурой в общении между работниками и властью. Да, тем более, что у нас непростые предстоят решения, которые вот в конце 2015 года, в начале 2016 значит, принимаются. И, конечно, здесь нам надо выстраивать отношения такие, чтобы минимально пострадали работники, минимально пострадало население. И что те, кто нуждается непосредственно в защите, люди должны быть защищены. Абсолютно. То есть вот это составляющая ту задачу, которую поставил президент, что помощь должна оказываться непосредственно конкретному человеку, иметь адресность, исходя в том числе из критерий нуждаемости, которых у нас существует. Да. И мы, Михайлович, в связи с этой работой провели достаточно серьезную работу. Работу, проанализировав законодательство всей Российской Федерации, всех субъектов Российской Федерации. И уверены, что те решения, которые нами будут приниматься, именно направлены на защиту тех людей, которые нуждаются в этой помощи.